смысле, а почему я не могу самолетом управлять? По-моему, а кто выжил? Просто умерли. Никто. Я сажаю самолет. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Все, нажимаю кнопку автопилота. Ой, я не на ту кнопку нажал. Ребята, всем привет, с вами как обычно Слайкмас, Сергей РЗ, а также наши подписчики. У нас, друзья, сегодня будет новенькая серия Лего Авиакатастроф в Брикриксе. Йо, ребята, всем здорово. Друзья, у нас сегодня будет новенькое выживание пассажиров в самолете. Вот эти все ребята, друзья, у нас сегодня будут пассажирами. Я, друзья, сегодня буду самым-самым первым пилотом. Я, друзья, сегодня буду управлять вот таким вот офигенным огромным авиалайнером, да, каким-то самолетом, аж, друзья, с четырьмя винтами. Самолет, все прыгайте, давайте, быстренько. Все вот эти, друзья, пассажиры у нас без бессмертия. И давай они сегодня, старт, друзья, будут хорошо пытаться выжить. Так, все, вроде все, друзья, уселись. Я меняю профессион. Так, давайте. Подожди, один вылез, один покинул. Пацаны, двор. Давайте, ой, давайте. Давай. Все, раздавило самолет. Вы, друзья, видите, какой самолет? Просто наркоманский. Все, без одного улетаем. Все, чувак, поезд уехал, самолет улетел. Самолет улетел. Да. Все, друзья, полетели. Полетели. Все, взлетаю. Это же пробоина. Да нормально. Что-то у нас самолет сразу ломается. Да нормально. Все хорошо. Спросите, типа, товарищ пилот, все хорошо, да? Товарищ пилот, что происходит? Господин пилот, все хорошо. Да, все хорошо. Несите, пацаны, долетим. У нас шасси. А куда мы, кстати, летим? Мы летим в город. Ну все, друзья, летим, все хорошо. Воу, что происходит? Друзья, у нас, кажется, что-то там загорелось. Офигеть! Я, друзья, возвращаюсь обратно в аэропорт. Нет. Давай, держитесь, вот, держитесь. Все будет хорошо. Да, будет все просто замечательно. Скрывай, нет, точно хорошо. Да точно все будет хорошо. Ё-моё! А хоть кто-то умер? Там вроде вылетел кто-то вылетел. Все вроде живы, да, один только вниз упал. Человека 4 умер. Ай-яй-яй-яй. А, я тоже умер, да? Или я жив? Вот он. А, не, я жив. О, ребята, я жив. Я выжил. Выходите, блин, кто живой, выходите. Это жестко было, это реально было. Давайте посчитаем, друзья, кто выжил. Там несколько человек погибло все-таки. Сейчас посчитают нас и убьют. Ну, да? Вроде все выжили. Не, никого убивать не буду. Вроде все пацаны выжили. У нас уже новых людей рожали. Ну, вот один только, и вот здесь вот я видел, кто-то вывалился. Да, вот, друзья. А, двое. Или трое, четверо, получается, всего, да, офигеть, померло. Ну, короче, да, друзья, вот такая вот первая авиакатастрофа. Самолет реально интересный, так что давайте сейчас еще разочек на нем пролетимся. Все, друзья, полетели снова. Все пассажиры полетели. Уже в сборе. Мы, друзья, взлетаем. Так, я пережил одну авиакатастрофу. Надеюсь, этот самолет будет исправен. Так, там какие-то детали отваливаются. Пилот, а почему у нас дырка? Авиарейс «Безопасный полет» начинает... Свой полет. Точно. Почему у нас дырка в полу? Да нормально все. Я свисаю немного, слушайте. Да, ну, в принципе, все нормально. Пилот у меня тут ну, а что вы хотели дорожник. За 100 рубчиков долететь до другого города? Вы за 100 рублей? Я 1500 отдал. В смысле, какие 1500? Ничего не знаю. Ой, друзья, мы, кажется, падаем. Не, нормально. Друзья, у нас что-то произошло до самолета. Давайте все-таки я обратно вернусь в аэропорт. Не знаю, куда мы летим. Мы летим в другой город. Нет, мы летим, друзья, обратно в город, в наш. Сейчас я вернусь. У нас, друзья, что-то там произошло с самолетом. Но он вроде летит нормально. Да, вроде нормально летит. Там какой-то, друзья, был взрыв, я видел. Слава богу. Тихо. Сейчас я его попытаюсь посадить. Посадить попытаюсь. Не падай. Так. Вот, друзья, давайте куда-нибудь вот сюда приземлимся. Тут же железная дорога. Да нормально. Все умрем. Никто не умрет. Смотрите, оп. Опа. И все, идеально. И те просто все выжили. Да, друзья, все выжили, вроде все. Или там кто-то, я видел, кажется, выпрыгнул, нет? Да вроде нет, все выжили. Вроде да, все выжили. Вывалился. Да все нормально. Вы там давайте, мы вам сейчас с машины отправим, обратно возвращайтесь в аэропорт. И сейчас еще один к вам самолет пришлем. Такой же, да? Не, уже нормальный. И вот на нем вы уже улетите, да, в другой город. Друзья, мы, да, прислали новенький самолет. Теперь давайте мы на нем полетим. Ну, он тоже достаточно старенький. Страшно. Да нормально. Тут специальное есть место, это VIP место. Бизнес-класс. 2000 рублей, ребят, место. Да, это с проветриванием. Самолета, на крыше. У каждого есть свой вентилятор руки. Все, друзья, полетели. Полетели. Взлетаем. Сейчас, друзья, мы 100% долетим. Вот прямо пока что не разваливается, мне это уже нравится. Да. Пилот, давайте помедленнее, а то нам руки оторвёт. Нормально, ничего страшного. О, мы полетели. А VIP-человеку снесет бошку. А вы представьте, как вот этому чуваку, который там сидит. Я говорю, VIP-человеку бошку снесет. Давайте помедленнее. Нормально, летим. Вроде мы летим нормально. Да, летим вообще просто замечательно.
Так а почему-то у меня не крутятся пропеллеры, ну то ладно, тут бывает. Ну это бывает, бывает. Это же, друзья, Брик Рикс. Точно. Все, да, летим хорошо. У тебя проблемы со зрением просто. Воу! Опа. Что произошло? В смысле? Кто-то упал. Друзья, у нас загорелся двигатель. Оу! Только не сади меня. А, у нас, друзья, крыло отвалилось. Нет. Полетели, полетели все. Оу, я что, помер? А, друзья, я помер. Два человека всего выжило. Шэдоу и... А кто? Нет, не только ты. Так, таблетка выжил. Они сдохли. Блин, хорош. Не-не-не, они успели, они успели. Не только ты. А там, ты видел, наверное, человек 10 вывалилось, просто как какая-то кучка кое-чего. Да, там я был среди них. Друзья, это реально было жестко. Что, ну, кстати, очень много из пассажиров выжили, это, друзья, реально радует. Окей, давайте сейчас еще одну авиакатастрофу на этом же самолете проведем. В этот раз, друзья, на VIP-месте в бизнес-классе у нас сидит вот такой вот чувачок, смотрите, как он улыбается. Он довольный. Доволен жизнью. Пока что нравится. Пока что нравится. Полетит. Ну, друзья, это пока что. Все, взлетаем, полетели. Полетели, давай, полетели. Давай, самолет. Что-то вы, кажется, слишком тяжелые. Да, мы какие-то тяжелые, что ну, мы просто встать, сейчас боевое положение в городе, военное положение. А почему человек торчит? Да. Его же могут убить. А, и там да, просто это... мы зенитный купол этот сняли, да, турель, и там теперь ничего нет. Дырка. И там теперь место, как бы. Там теперь VIP-место, так сказать, с проветриванием. Мне кажется, или мы летим слишком тяжело как-то? Нас, ну, да нормально, не боись. Так, шасси там как-то можно вроде убрать, я знаю. Ну, правда, меня это в летной школе не обучили, так что без разницы. Оу, кто-то катапультировался. Он забоялся снова лететь по этому же маршруту. Оу, да что такое? Опять, друзья, на этом же месте. Нет, нет. В руль. Присаживайся, аккуратно. Присаживайся, куда мы присаживаемся? Может, садись? Оу, кстати, жестко. Офигеть. Кто-то раньше времени выпрыгнул. О, я выжил. Я выжил. Кто-то раньше времени выпрыгнул, их, друзья, убило крылом самолета. Смотри, какая кучка трупов. Просто все валяются, прям блин. Кружок. Друзья, просто вывалились, это смотрите. Жесть. Так, еще один человек загорелся. Оу! Куда самолет улетел? Кто выжил? Рассыпался просто. А кто выжил, друзья, я буду убивать. Разбегайтесь от меня. Так, а ну иди сюда. Все. Чувак, короче, прыгнул. Понял, это не сальтуху, бочку закрутил, я его завалил. Ага, не. Так, ты же смерти, а? У меня бронежилет, просто и каска. Я смотри, помню. Чувак там прыгает и сгорает. Окей, друзья, вижу, прикольненько получилось. Жалко. Давайте мы теперь прям в воздухе будем лететь, и у нас случится авария. Все, друзья, мы уже подлетаем к Лига-Сити, вроде все нормально. Да, нормально. Полет уже длится хорошо. Несколько часов, вроде, да, без никаких пока что происшествий. Авиакомпания просто. Да, лучшая авиакомпания. Мы аэропорт пролетели. Так, что, давайте делаем круг и идем на посадку в аэропорт Лига-Сити. А, ну да, в принципе, так и надо делать. Вот здесь вот, друзья, делаем круг вокруг города. В принципе, я оставлю только положительный отзыв об этой компании. Ну да. За 100 в принципе, рублей, за 100 рублей так все хорошо. Да, нормально, так долетели же только. В принципе, да. Ой-ой-ой-ой-ой! В смысле? Блин, что делать? О, друзья, сразу же отваливаться крыло. Я пытаюсь выровнять. Понял. Кто-то уже сразу же, друзья, просто выпрыгнул. Так, все. Видите, у этого самолета очень часто крыло отваливается. Ну, в принципе, положительные отзывы, я думаю, вы и так оставите. Кто выжил? Мы подлетели живые. Да, пойдемте, дойдем до аэропорта. Это все, короче, включено в этот полет. Это так все было запланировано. Незабываемый аттракцион. Все, друзья, полетели. Все, полетели. Давай, пилот, заводи. Посмотрите, какой у нас вот такой вот самолетик. Очень-очень крутой. Вроде он выглядит. Так, я разгоняюсь. Вы, кстати, очень тяжелые. О, все, рейс, я оторвался, друзья, от земли. Все хорошо. Рейс за 100 рублей. 40 гривен. Нет, друзья, этот рейс не за 100 рублей, этот уже больше. Больше? Да. За сколько этот рейс? За 100 белорусских рублей. За много. О, ну да, в принципе, там что... Все, друзья, летим в другой город. Наши пассажиры готовы умереть, ой, в смысле, долететь до своего пункта назначения. Пилот, что вы там бормочете? Хорошо. Оу! В смысле? Ой-ой-ой-ой-ой. Друзья, падаем. Нет. Что-то пилот наш на карте. Все, друзья, я сажаю самолет. Давай. Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Я выпрыгнул. Срочно. Я умер. Я выжил. 14, друзья, хп у меня осталось. Я умер, ребят. Кто выжил? Отходите от самолета. Не повезло, как бы, мне в этом. Серьезно? На этом рейсе, да, я умер. Сразу кто почти выжил, друзья? Вот, в принципе, выживший. Неплохо так. Кстати, реально, самолет очень годный. Оу, друзья, он еще там что-то бомбанул. Самолет нормальный, как бы. Все, друзья, взлетаем. Самолетик да, очень годный. Реально, очень, друзья, круто выглядит. У него, кстати, целых 3 винта. То есть, если даже, в принципе, у нас, друзья, минус будет 2 винта, да,
если их каким-то там образом пожаром уничтожит. Нет, вы не умрете, брат, вы наоборот выживете. Мой брат, в принципе, на таком самолете не выжил, он умер на прошлом рейсе, но я надеюсь, с этим самолетом все исправно. Да, это хороший самолет, просто, видимо, твоему брату не повезло. Мой друг на таком же самолете тоже умер. Дело в этом. Хвостовой, если части, то значит там больше пилот, шансов просто погибнуть. Он сидел хвостовой, да? Спаси меня. Да, тогда хорошо, я сел посередине, в принципе. А, ну нет. Вот, нормально. Не, нечего, в середине еще больше шансов умереть. Ой, в смысле, выжить. Ой-ой. Друзья, все нормально, мы летим. Нет, нельзя, как так это пультируется? Все, друзья, хорошо. Аккуратно, здание! Офигеть! Ой, как. Вылазьте срочно! Ай, меня, друзья, завалило крылом. Так, вылазьте, ну, вылазьте срочно. Выжили. Отходите от самолета. Почти все выжили. Леню забило просто, друзья, самолетом. Мягко, пандас. Офигеть, друзья, что произошло? Самолет просто так, взорвался и разлетелся. Жив, я жив, слава богу. В этот раз выжил, да? Да. Все, друзья, снова взлетаем. Уже третий это рейс у нас по счету на этом самолете. Третий рейс, и уже было две авиакатастрофы. Ну, все нормально. Зато почти все выжили. Да нормально все. Ну, да. У нас такой город просто. Самолет очень старый. Я не хочу. Нет, нельзя. Как, какой там катапультировать? А это тоже самолет, да? Нет, это другой уже. А, это уже другой. Нельзя катапультироваться, как бы, алло, в пассажирских. Там вообще как бы нету парашютов. Никто не умрет, все хорошо. Никто не умрет. Нет, главное, знаете, то, что либо все умрут, либо никто. Ну или часть. Ну как бы самолет исправен, он летит нормально. Самолет исправен, друзья, все хорошо, все летим там нормально. Как бы, если были бы неплатки, пилот бы нам сразу сказал. Ну да, я думаю, в принципе, правильно, да. Ты же есть пилот, алло. Ну да, да, да. Ну вот. А что такое? Опять, друзья, что-то самолет. Пилот, вашу мать, я возвращаюсь, Сади самолет, сади. Не-не-не-не. Что вы творите, пилот? Я повожу. Ай, бежим, они на меня сколько бьют. Ааа, меня убило. Все, друзья, полетели снова. Все сейчас будет точно хорошо. Мы там забыли этого пассажира, блин. Да ничего страшного. Блин, я его завидую. Вот он, наверное, единственный, кто выживет. Ой, в смысле, не долетит до другого города, в смысле. Так, оп. Ну ничего, он подождет следующий самолет. Думаю, следующий самолет тоже будет хороший. В принципе, как... Друзья, в принципе, сейчас будет реально все очень хорошо. Главное, вот над городом не лететь. Вот все время, как мы, друзья, над городом летим, происходят какие-то аварии. Пилот, треугольник, у нас какой-то проблемы с шасси. Почему у нас один кусок сломался? Нормально у нас все. Да, это шасси, это в принципе все не страшно. Главное, чтобы ничего не было. Ой, в смысле, а почему я не могу самолетом управлять? По-моему, а кто все выжил? Просто умерли. Никто. В смысле, серьезно? Вообще? Взрыв-то был какой жесткий, да. И вы, кстати, многие вывалились прямо на небоскреб, да? Блин, ну это было очень дико. Да, друзья, было очень эпично. Серьезно, вообще никто не выжил? Никто не выжил. Друзья, мы взяли вот такой вот новенький самолет, прикольный, да, тоже с двумя винтами, достаточно интересный. Такой пассажирский, современный. Неплохо выглядит. Все, друзья, полетели. У нас прям сегодня в выпуске и военные там всякие, и пассажирские. Полетели. Так, мы стремительно... Не пилот, а у нас полуреактивный самолет, я так понял. Нет, это винтовой, турбовинтовой. Ну типа современный. А, нормально, да, нормально. Понятно. Ой, ля, как и шасси летит даже убрали. Вообще, друзья, замечательно. Смотрите, оп. Серьезно, шасси сами по себе убрались, да? Да, посмотри, они убрались уже. А, это автоматическая система. У нас плохой пилот, пассажир, у нас плохой пилот, он даже не знает. Все. Ну это просто новый самолет 2019 года. Он ни разу не летал. Я еще даже ни разу не летал. Я, в принципе, вообще еще ни разу на самолете не летал. И в принципе на этом тоже. Да нормально все, долетим. Я играл в симулятор на приставке. Долетим, не ссыте. Какой Дэнди? На Дэнди там таких нет. В принципе, мы летим нормально. Ничего, нормально, друзья, летим, серьезно. Все, смотрите, хорошо. Заплатили коса рублей, и пилот даже не летал. Я заплатил 40 рублей. Смотрите, мы уже летим. Все, хорошо. Я на автопилот ставлю. Все, нажимаю кнопку автопилота. Ой, я не на ту кнопку нажал. Блин, а где на крылья? На какой случай, друзья, у вас был это... Оторвать крылья, объясните, а? Это новая, друзья, кнопка просто. Оу, в смысле? Я выжил? Я выжил. Я тоже выжил. У меня сидушка вылетела. Чувак загорел, он подпрыгнул и вообще помер. Чувак, ты горишь. Чувак, ты горишь. Все, ты умер. Таблетка, ты умер. Идеально просто. Друзья, просто жесть. Все, друзья, взлетаем. Так. Пилот, а у нас будет все хорошо? Да, будет в этот раз 100% все хорошо. Вам можно верить? Да, нам можно верить. Вот почему-то я смотрю на его лицо и верю ему, как бы, ну, понимаете, да? А я смотрю на его лицо и не верю, что ты веришь. Да, у тебя очень хорошее настроение. Все, друзья, взлетел, все, отлично. Вы посмотрите, что там написано на хвосту, на хвосте, и а что узнаете. Там написано? Кек. Ну вот. Кек. Хороший будет полет. Да, ну, полет очень хороший, как бы.
позитивная такая новость. Ой, а что там отворилось с хвоста только что? Ну, в принципе, ничего страшного. Почему двигатель подглох только что? Это нормально, мы летим все хорошо. Да. Все, хорошо, да, летим. Вот аббревиатура КЕК — это Кемеровская энергокомпания. Так, тихо, мы как-то слишком низко летим. Нормально. Все хорошо. Все, вырулил. Все, Маворик. Все, друзья, да, вроде все хорошо. Все, ну, Лего Сити мы уже пролетели. Да, Лего Сити пролетели. Это... А, в смысле, как это что произошло? Случилось? Ну, друзья, просто крыльев не осталось. Что, кнопка опять заела? Блин. Мне в новостях говорили. А, о, так. Нифига себе, кстати, так. Друзья, приземлился. Вот. Теперь, друзья, у нас будет пилотом Серега. Давай, Серега, так, полетел. И вот он, так что он не летит. Не летит, вы какие-то тяжелые, ребята. На Ай нажми. И Альт, и полетел. Все. Ну, видишь, двигатель завелся. Все, я двигатель завел. А еще посмотри в правый нижний угол. Лечу первый раз. Там все нормально, там все в порядке. Нет, посмотри, не все в порядке. Смотрю, там все в порядке. Где стоит good mod? Нет. Да. Нет, я его убрал. Ладно, всё летим. Хорошо, мы летим. А мне показано, да, то, что стоит, друзья, good mod на самолете. Ну ладно, Серега новичок. Это, друзья, новенький, да, пилот. Ух ты, посмотрите вот от первого лица, друзья, как прикольно. Реально прям атмосфера. Так. Ребят, ну о, что, смотрите, лечу, друзья, мы улетаем уже с аэропорта. Так, правда, тут так тесно, я могу. Все нормально ж вроде. Ой-ой-ой, что-то случилось. Друзья, так, вроде нормально. Лечу. Ты приземляйся, пилот, давай, лети вниз. У нас еще крыло живо, но двигатель нет, горит. Офигеть. Ой-ой-ой, ну все, я загорел. Так, я сел за самолет. Быстренько. Я выпрыгнул. Офигеть. Нет, почти все умерли, да? Ну, друзья, нормально. Ну, оп, ребята, я выжил. Все, друзья, мы уже подлетаем к городу. Идем, друзья, на посадочку. Да, все, вроде бы летели нормально. Так, оп. Все, друзья, просто замечательно. Просто летим. Просто летим. Вот, друзья, кстати, заходим уже прям на посадку. Я вот поезд видел. Нет. Что случилось? Тихо. Ты живой? Нет, меня выкинуло. Я умер. Друзья, я приземлился, кстати. Самолет, главное, чтобы остался целым. Я вижу, меня просто все умерли, алло. Да ладно, на этих пассажиров нам пофиг. Хорошо. Главное, что самолет почти главное, целый. Да, друзья, что самолет целый. Все, я, главное, друзья, выжил. Ну ты красиво его посадил. Скрел. Да, друзья, это было очень эпично. В принципе, на этом все. Обязательно подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, друзья. Всем пока-пока-пока. Всем пока-пока.